Домашний хлеб никогда не сравнится с магазинным, он намного лучше. Это рецепт вкусного, мягкого, домашнего хлеба с кукурузной мукой и без единого яйца. Готовьте побольше, так как его сразу съедят. Из этого несложного пошагового рецепта вы узнаете, как приготовить домашний хлеб с кукурузной мукой. Результат вас очень порадует. Хлеб долго не черствеет, остается мягким и вкусным. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Для приготовления опары в теплую воду добавьте сахар, соль и сухие дрожжи, перемешайте. 2. Добавьте 2 столовые ложки пшеничной муки, мешайте, чтобы не осталось комков, затем просейте оставшуюся часть пшеничной муки и замешайте тесто, накройте крышкой, дайте ему постоять 15 минут. 3. Кукурузную муку просейте в чашу миксера, добавьте подсолнечное масло и молоко. 4. Затем отправьте сюда же тесто из пшеничной муки, вымешайте миксером, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Ставим лайк и подписываемся. 5. Смажьте руки маслом, слегка обомните тесто, сформируйте шар, загибая края теста внутрь в течение 2-3 минут, переложите тесто в чашу мультиварки, смазанную маслом, или в форму для выпечки, если пользуетесь духовкой. 6. Чтобы тесто подошло, настаивайте его при температуре 35 градусов 30-40 минут, выпекайте в режиме выпечка 2 часа, в духовке выпекайте при температуре 160 градусов около часа, если вы готовите в мультиварке, то за полчаса до конца программы переверните хлеб, чтобы аппетитная корочка была с двух сторон. 7. Разрежьте хлеб, когда он полностью остынет. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Мука пшеничная, 550 грамм. Мука кукурузная, 220 грамм. Молоко, 100 миллилитров. Растительное масло, 50 грамм. Дрожжи, 20 грамм. Сахар, 20 грамм. Соль, 10 грамм. Вода, 320 миллилитров. Количество порций, 5-7. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До встречи на канале.